Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной сплав на Покравтах. Будем сплавляться от Светлополянского водохранилища в сторону Бессоновки до впадения реки Вяди в Суру. Оставайтесь с нами, увидимся на другом конце реки. Наверняка каждый житель Пензы хотя бы раз купался в этой реке, а многие приезжали сюда в детстве на летние каникулы в лагерь. Но сегодня мы решили пойти еще дальше, чтобы исследовать ее уже основательно. Что скрывает Вяди по ту сторону плотины? Уже скоро мы об этом узнаем. Несмотря на некоторые сложности, Вядь оказалась вполне гостеприимной. Трудно поверить, что именно эта маленькая река перерастает в большое водохранилище. Место, где я проводил свои летние каникулы, начинается с этой узкой мелкой полоски воды, ширина которой едва достигает 5 метров, а глубина порой настолько мала, что даже наши Покравты упираются в дно реки. Когда на горизонте появилась Сура, меня посетило невероятное чувство, будто мы оказались в открытом море. Отличное место для завершения нашего сплава. Ребят, в этот раз мы наш сплав закончили успешно. От Светлополянского водохранилища по реке Вядя мы доплыли до реки Сура и закончили его в селе Бессоновка. Все было супер, все было отлично. Рекомендую вам повторить этот маршрут. Расстояние у нас составило всего 9 километров.